Всем привет! Нахожусь на перекрестке переулка Шпагатного и переулка Карачевского. В той стороне завод «Шестерен», автосельмаш через железнодорожный переезд. Катаемся тут на велике. Это клуб завода «Шестерен». Сейчас называется, по-моему, я забыл, как называется. То ли Центр народных ремесел, вот что-то такое, то ли... Я потом напишу в этом название ролика. А раньше назывался клуб завода «Шестерен». Вот это, например, спортзал, качалочка была, видите, спортзал. Вот сюда ходили те, кто работал на заводе «Шестерен», на танцы, фильмы смотреть. Смотрите, какой четкий перекресток. Вот, Карачевский переулок, это Шпагатный переулок. Видите, там завод «Шестерен». Вот такие дома классные с эркерами. Я думаю, послевоенной постройки. Прекрасный дом. Вон тот тоже интересный. Смотрите, какой дом. Там витраж такой в подъезде. Это даже что-то вообще с чем-то, да? Прикольно. Ну, в общем, такие послевоенные, как я думаю, все дома. Вот, с эркерами, двухэтажечка. И клуб завода «Шестерен». Называется концертный зал. Ой, я сейчас скажу, как это называется. Там вывеска есть. Здесь проводятся бесплатно и спектакли даже, и концерты. То есть... Заведение функционирует. Называется Орловский областной центр народного творчества. Концертный зал. И есть такая группа Орловский областной центр народного творчества ВКонтакте. И там вы можете прочитать про те концерты, акции и всякие события культурные, которые здесь происходят. Типа «Игра и гармонь», там какая-нибудь выставка там каких-нибудь там чего, народных каких-нибудь промыслов. Набор идет творческих коллективов. В общем, клуб завода «Шестерен» функционирует. Группа ВКонтакте вам расскажет, что именно, и как, и когда. Вот. А это Карачевский переулок, там улица Комсомольская. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал «Из Орла».